В туалете, не знаю, можно ли тут снимать. Сейчас внимательно посмотрите. Это вообще туалет, во-первых, находится так далеко. Но тут классно, можно посмотреть все стены и все. Поэтому я вообще пока начинаю говорить в туалете. Сейчас выйду, покажу вам кое-что, чтобы обалдеть. Во-первых, наша паутина жижевая, с жижей там, где вода течет. Это Костелло, понимаете? Мы внутри Костелло. Тут просто внутри вода течет. Сейчас я вам покажу. Короче, смотрите внимательно. Если вдруг нельзя говорить, то вы уж извините, но показать покажу. Просто глупо не включила видео. Я сейчас стала вам говорить в туалете, что туалет очень далеко. Туалет вот по коридору, еще коридор. Вот, чтобы до него дойти, нужно идти по этой стене, которую я хочу вам сейчас снять. Я просто стала говорить в туалете, потому что я не знала, можно ли это здесь снимать или нет. Я вас предупредила, что я не смогу говорить, но как бы не записалось ничего, поэтому я уже теперь снова переснимаю и вам говорю, что это как бы все гнилое, все как бы гнилое, но на самом деле нет, ни гнилое никакое, понимаете, это для нас. Посмотрите, только что были в Костелло, где там 13 век дают, да, такие же точно стены, как здесь, которым дают 1700, и там, посмотрите, как там все жижа, видите, посмотрите. Они пытались тут что-то подрывать, но ничего, видите, не получилось. Вот, посмотрите, наша тут это, знаете, корка, это наша паутина, наша жижевая. Тут они пытались что-то свое, что ли, строить, не понимаю. Вот, и вот наша жижа, посмотрите, вообще просто, посмотрите, тут все в жиже. Вот. Но это не то, что я считаю интеллектом, это ее проявления, вот прямо прямые, когда она засылает свои там, как бы это, свои проявления. Посмотрите, как все фонит. Не фокусируется. Тут еще какой-то мостерчик, да, эти? Не гости, а огромные стены. Сейчас покажу вам, что здесь. Кстати, везде вода тут. Там везде сасуха в Италии, тут вода, понимаете? Потому что ей нужна вода. Посмотрите, какие стены, арки. Посмотрите, все наше, видите? Вот. Вот тут. Хочу посмотреть, что там. Кстати, здесь, видите, идет кирпич, видите, хочу посмотреть, что там, посмотрите, там, кстати, как все расслаивается. Посмотрите, здесь вообще просто невероятная жижа, ребят. Сейчас я включу. Посмотрите, сталактиты вываливаются из стены, ребята, посмотрите, вываливаются, посмотрите, невероятно. Как вот когда мы были в гротах, то же самое. Ну, там мы были, извините, в пещерах натуральных, да? Понимаете, это вообще вываливается все с дырок. Вот для чего отверстия нужны, чтобы с них вываливалось все вот это вот хрень, да, как бы. А, посмотрите, что. Просто сталактиты. Обалдеть. Жуткость такая, да? Вот так вот. Вот она, ее сила. Так, мы пошли дальше. То сейчас он скажет, где она. Он же тут все ходит, смотрит, этот охранник. Он со мной в туалет сходил. Смотрите, что здесь тоже. Я хочу показать вам. Смотрите, здесь вода. Вода, видите? И посмотрите, что здесь. Наша паутина, нити. Вот, пожалуйста, нити, смотрите. Знаете, паутина жижевая, не паучья никакая, паук не будет тут в такой сироте сидеть. Видите, кстати, она везде, кстати. А? Вообще, что делает, что строит, кстати, здесь. Вот это идет с нашей дырки. Вот отверстие для чего, да? Чтобы вываливалось там тоже дырка. Нет, посмотрите, они сделали наш цемент. Видите, посмотрите, цемент человеческий. Посмотрите, она пробивает. Она скоро его уронит, ребятушки. Ей он не нужен. И не нужна эта корка. Вот это не своя, не ее. Она сама сделает корку. Как ей надо и когда надо. Понимаете? Видите, как тут все. Посмотрите, под наклоном. Это не наше дело, конечно. Там, посмотрите, знаете. Что вообще, да? То есть видите, где нужно смотреть Костелло? Там, где ничего не закрашено, а все видно.
как бы это вроде противно, но это и есть все вот, вот это и есть вот такая вот жизнь и образование, понимаете, ничего тут не поделаешь. Мы же тоже, когда умираем, возвращаемся в слизь, понимаете? Вот, так что вот она. И вот эта вот стена скоро разрушится. Она, кстати, плесень перешла через цемент, понимаете? Просто удивительно. Сейчас я вам еще покажу. Смотрите туда. Везде жишка. Паутинка, в смысле. Везде паутинка, вот, смотрите. Она сначала, наверное, кидает эти нити, а потом уже все затягивает в белом. Понимаете? И опять здесь, видите, то же самое, как и там, кстати. То есть участвует вот эта вот зеленая вот эта фигня, вот это растение зеленое, оно типа мох, да, оно участвует во всем этом. Видите? Вот. Это мой, ребятушки. А это то, что наши поставили, оно пойдет скоро. Ну, в всяком случае, начнет отваливаться, потому что это плесень, которая ей нужна, вот это как так называемая плесень зеленая, это, ей надо. У нее свои тут планы. И вот посмотрите, наши балки, которые наши, которые чугун наш, которые не человеческие. Видите? А его просто попытались залепить современным цементом. Видите, куда он уходит? Видите, как он просто изгибается и уходит по внутрь стены. Видите? Видите? А. Ну и там, естественно, наши эти полотенца висят. Сейчас покажу. И тут посмотрите, какие плиты, да? Плиты гранитные. Вот. Это все держит. Понимаете, это все костело держит вот это вот все. Мощь такая, да? Они тут пытаются своими какими-то силами, какими-то мелкими решить. Так, я так понимаю, что сюда, да, сюда. Надеюсь, что можно снимать, ребятушки. Открываю дверь. Вон. И вот тут уже, видите, наши как бы Александры тут образуются. Ну и звук, да? Вот. Билетик упал. Блин, у меня карманов, оказывается, нет в этой кофте. Блин, я так не люблю, когда в кофте нет карманов, но я что-то не обратила внимания. Видите, отверстие просто внутри. Вот, посмотрите, мы на как бы минус первый этаж для них. Знаете? То есть тоже интересно здесь все снимать, вот эти вот наши окна, арки, да, видите? Знаете? Эти шкафы, мы уже не знали, сделали из них просто, наверное, это как это, как это называется, переодевалка. Кстати, да? Кстати, что здесь? Что это такое, да? Кстати, как сделано, что тут вообще все криво, да? Еще кольцо и торчит. Не знаю, куда билет этот сунуть. Там, посмотрите. О, заскрипели.
А вот я вам говорила, что это костелушки меняют психику не в лучшую сторону. Это уже тоже мы проходили. И это уже доказано, потому что практически каждый раз они начинают орать, если некоторые, которые долго работают, они не могут, они уже ревностно относятся к этому костелушку, они не могут видеть, что ты снимаешь. Так, ну ладно, все.